Битва сильнейших началась. В городе стартовал чемпионат автономного округа по пауэрлифтингу. Одновременно проходит и первенство Ямала в этом виде спорта. В Муравленко приехали почти 120 спортсменов из 6 муниципалитетов. Открыли соревнования женщины весовой категории 52 килограмма. Спортсменкам необходимо выполнить 3 вида упражнений – приседания, жим штанги лежа и становую тягу. Самой юной атлетке всего 13 лет. Варвара Соболева представляет город Ноябрьск. Сегодня ее результат 22,5 килограмма. Я пришла в пауэрлифтинг, потому что мне посоветовала мама для себя. Я решила поехать на первые соревнования. Я присела 2 раза. Первый по 20 килограммов, второй раз 22 килограмма. Третий раз я отказалась, потому что мне стало тяжело. Турнир проходит в спорткомплексе «Ямал». Итоги первого соревновательного дня подведут уже сегодня. Лучших назовут в 6 категориях. Окружной турнир продлится до 5 числа. На помост выйдут 116 спортсменов. Муравленко представляют 23 атлета.